ответь подробно. Блять, пожалуйста. Опять рассказывать, что ли? Чел, я могу рассказать, что когда начинал я стримить, в 2014 году, первый стрим я подрубил из своей, темной хаты, типа без света в комнате. Я сидел в капюшоне, и молчал. И просил, чтобы мой одноклассник, мой друг из Доты, друг брата, Андрюха, балалайшник, Олдер вспомнил, наверное, таких. Просил их, чтобы они заходили ко мне на стрим, чтобы у меня было хотя бы 5 зрителей, чтобы у меня, повыше стрим поднимался, поняли? Вот так я начинал. Это работало, кстати. То есть вместо того, чтобы... То есть я сам к себе заходил на стрим, просил еще 2 людей, это уже 3 человека было, между прочим. И все. А потом там 5, 6, 7, 8, 9, 10.